А тем более ты. Я на камеру решил переключиться. То, что тут безлимитное время, а не 60 секунд. Аккуратно. Чё, пацаны, это реально обычный подъезд не похож. И тут каким-то куревом. Тут куревом каким-то пахнет. И велька тут без присмотра стоит, бери какой хочешь. Очень похоже на какое-то здание. Ну, очень стрёмно. Погнали потом на другой этаж. Да. Тут закончилось. Пацаны. Фу, блядь, там туалет. Туалет какой-то засранный. Пацаны, тут прогнали наверх. Наверх, пошлите. Да, погнали наверх. Ну, пошлите, не пойдет. Погнали. Пошлите наверх. Погнали. Чё-то стрёмно. Вон там дверь, там такой же этаж. Кирилл, иди быстрее. Чё-то стрёмный подъезд. А для бомжей или каких-то. А тут уже... Пацаны! Пацаны, я тут огромный. Как я вижу, пошлите. Тихони, шлёпайте. Это общежитие реально. Чё-то какое-то стрёмное, если честно. Кстати. Да, кстати. Тихо. Там кто-то вышел. Она ничего не сделает, наверное. Видите? Пацаны, идите сюда. Тут умывальники. Это кухня. Ты-то откуда знаешь? Пошлите дальше. Вы чё? Чё страшно? Да я это как раз на YouTube залью. Да, ребята, извините, что не поздоровались. С вами я, Сергей Крафт, Кирилл Про и Жорик. Че, пошли давай на мой канал, потом снимем. Да. Нет, я тебе... Нет, ну ладно. Вот, пацаны. Извините, что... Посмотрите, тут еще одна. Реально, пацаны, общежитие. Чё там? Закрыт. Там еще несколько этажей. Да, пошлите назад. Пошлите назад. Сходим? Да сходим. Куда? Быстренько на первый этаж, чтобы я начну тоже снимать. Нет, Кирилл. Да, именно на третий этаж. Ну я начал уже снимать. Я вообще это подруги хотел отснять. Ты мне скинешь видео? Не, вообще подруги это хотел отснять. Ты мне скинешь видео? Да. Реально стрёмно. Тут больше. А, да, 4. Ну погнали тут еще посмотрим. Давайте сначала. Сколько же снимаешь? Целых 6 минут. Кот, пацаны. Котик, привет. А тут что? А, тут закрыто. Вот, пацаны, это очень большое общежитие. Давайте. Да.
Отлично. Да, давайте. Жалко, тут не 6 этажей, да, Егор? А? Жалко, что тут не 6 этажей. Ладно. Чё там? А там открыто. Да. Но это реально стрёмно. Пацаны, в таком подъезде жить? Серёг. Пацаны, извините, запись выключилась. Ты чё, не надо. Тут слишком большой подвал. Пацаны. Чё, слышали тут? Тихо. Сильно не шлёпайте. Это будет так... Стикакат. Это реально стрёмно. Чё-то стрёмное какое-то общежитие, скажите. Дверь открыта. Тут какая-то комната. Погнали на последний этаж. Чё там? На последний этаж. А тут сколько у нас? 4 этажа? Да, 4 этажа. Так, вынул этот дом. 2-3 этажа. Вот выход. Это не выход, а, нет, не выход. Блин, пацаны, реально. Мы для вас снимаем эту заброшенную. Да. Вообще, блин, подруги хотел отправить. Да, снимешь на свой канал. Да, а я на канал сниму. И на мой тоже. Ну, хорошо, что у меня фонарь нормальный, он светит. Ты хоть. На канал скинешь? А, Серёжа? Да. Какая-то дверь, блин, стрёмная. Мы заблудились, кажется. Так, мы не заблудились. Мы все заблудились, тут квартир дофига. Похоже, пацаны... Пацаны, тут третья часть. Тихо, это третья часть уже. Че, третья часть? Ну, почему-то у меня лимит какой-то. Пошли. Всем привет, меня зовут Кэрри Про, со мной сегодня Сергей Крафт и Жорик. Пацаны, извините, запись выключилась у меня. Смотри, надпись. А, кухня. Пошлите, ребят, пока мы пойдем третий этаж пока. Да, мы должны заснять. Все. Тихо. Да, пошли. Чё-то стрёмно, пацаны. Там кто-то заорал. Егор, блин, убежал. А я потом с это все соединю. Ну и ладно, пацаны, будет без частей. Ну просто я сразу все соединю. Там свет горит. Не надо сюда ходить. Да, чё-то стрёмно, давайте. Там есть что-нибудь? Давайте просто сейчас в конец пойдем, посмотрим, кто в конце орал. И уже ряд на улице мы с вами закончим. Кот, туда котов ты. О, опять кот. Сколько тут котов? Тот самый кот. На руку скачали. Так, вот, выход. Там выход. Если что, бежим на выход. Тихо, слушай. Тихо, аккуратно. Это из квартиры. Она открыта. А это что за дверь? Пацаны, тут еще один корпус. Закрывайте, пожалуйста, двери. Офигеть. Это реально про общежитие. Мне кажется, мы где-то ходили уже здесь. Да тут, мне кажется, все на один похоже. Какая-то комнатка. Пацаны, это самый обычный дом. Общежитие. Да, смотрите, елочки тут. Всем привет, меня зовут Кэрри Просмус. Продолжаем. Мы не удалили это видео. Кирилл мне перешлёт.
Я просто сейчас все сожму. Это реально общага. Какая-то наша. Даже не снимать. Вот и выход. Пошлите. Реально стрёмно. Ладно, пацаны, выходим. Ладно, ребята, вот мы и вышли из этой ситуации, какой-то общаги стрёмно. Ладно, пацаны, ставьте лайки. Ребят, вопрос, почему эту девку запретилось снимать? Не знаю, но лучше выключить, она ментов, полицию могла вызвать. Ну, пожалуйста, ну ладно, ребята. Нет, они правда могут. Вот, заберу телефон, мальчик. А тут камера. Тихо. Тихо. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удачи нам всем.